Ну, знаете, я считаю, что если Россия будет вообще делать любые новшества, что-то, чем стоять на месте и, в общем-то, ждать с моря погоды, то в любом случае хуже не будет, потому что, поговорка «все, что не делается, все к лучшему», и хуже же, если так разобраться, то и некуда. Вот поэтому я считаю, что если такой банк будет, и как бы его кто-то воспринимал, как бы обостряли мы с кем-то отношения, но в любом случае это уже будет свое. А свое, оно никогда не будет... Пусть чужое лучше, но если мы свое будем как-то развивать, вкладываться, и я считаю, что это только пойдет на пользу, как и нам. И в любом случае надо рисковать. И рискуем-то мы не чем-то таким сильным, мы же не жизнями людей сейчас рискуем, а мы рискуем только тем, что мы пытаемся что-то в обществе сделать новое, вывести на новый уровень. Но в любом случае это делается для людей. И я считаю, что от этого только плюс. Мы будем только выигрышем.